Котик скажет мяу, а енотик скажет... Я не мужчина! Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это «Строим с нами», да? Я слушаю. Да. Меня Сережа зовут. Где у вас тут проход? Я не могу найти, как к вам попасть. А вы куда подъехали? Алматинка. Ну, Алматинка, дверь. Важное здание с треугольной крышей. Ну, я вот стою, видите, да, меня? Я стою вот с телефона. Нет. Можете выйти и встретить меня на мотоблоке. Ну, заходите на первый этаж. Но там полно у нас наших сотрудников на улице. Я не могу вас выйти встретить. Да просто я хочу, чтобы вы мне помогли, я на мотоблоке. Что? Я на мотоблоке приехал, грузиться буду, плитку покупать. Ну, пожалуйста, заходите к нам. Так можете выйдите, сопроводите меня. Я пенсионер. Я вас понимаю, у меня в зале народ. Я как выйду? Если вы будете просите сейчас, людей, если там... вы будете ерничать, я буду срать. Я сейчас накакаю на входе прям. Быстренько. Раз-раз и к дедушке. А? Не слышу. Дедушка, тебе что надо? Я хочу плитку купить, на мотоблоке приехал. Очень приятно. Вперед. Да. Ну и что вы не выйдете-то? А я стою здесь у входа. Ну? И? Ну так я выйдите. Выйду. Я клиент ваш. Выйдите дедушку, сопроводите к плитке. Какой плитке? Скажите, пожалуйста, у нас плитка на третьем этаже. Ну так а вы на каком? На первом? Пожалуйста, выходите, если ближе ко мне. Сбросишь все? Не понял. Не надо сбрасывать, я все фиксирую. Я пенсионер, блядь. Мне нужно уважение ко мне, немедленно. У меня ноги нету. Ноги я нету. Сейчас пришлю к вам, от полиции. Не, у меня ноги нету. Я не убегу, не надо. Нога отсутствует. Быстренько спускайтесь. Выходи. Быстренько. Я стою у входа, курю сигарету. Выходите, встретьте, я буду покупать плитку, керамику. Приходите. А что с вами не встретить это? А, я на мотоблоке сижу, рулю здесь. Это робот. Сама ты робот. Хотите на мотоблоке к нам заехать? Да нет, я у входа стою. Ну, там есть кому вас проводить к нам в зал. Да нет, никого, я стою здесь, что моросит, зараза. Прохладно, и это самое. Я на мотоблоке, света нет, приехал вот. Я с поселка приехал. Значит, вы не туда приехали, у нас здесь очень светло. Ну, а светло-то у вас там, а у меня то на улице темно. Не слышу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, я, блядь, жду вас. Я уже устал. Генеральная какая вас? Говорите. Мотоблок. Ну чё, меня сколько ждать-то? Я клиент, либо хуй зары. Здравствуйте. Прям на передвиг, перезвоните, пожалуйста. Я здесь, я на связи. Я здесь. Света, давай выходи, давай. Я с тобой на ты не переходила, слышишь? Светочка, солнышко, здравствуй. Я здесь, я стою рядом, я на мотоблоке. Ну? Очень приятно, что вы на мотоблоке. Да я приехал с прицепом грузить керамику. Хорошо, накладная какая номер? 54. А, понятно. У нас 54-й нету, вы не туда приехали. А, значит, как нету, уже все, да? Не актуально мне, да? Угу. Ага. Ага. Ну-ка, выйдите-то, решим вопросы быстренько. Я, значит... Если я сейчас выйду, тебе плохо станет. Да мне и так плохо, я пенсионер. Очень приятно, что ты пенсионер. А что может быть приятного? У меня мотоблок, вот это действительно приятно. Полный там мотоблок, стоит какой?
Елена, а? Ну, на улице прямо здесь. Мотоблок, это что вообще? Что это? Мотоцикл? Да. До свидания. Меня зовут Екатерина, администратор автоцентра Гэмбл. Да, здравствуйте. А можно мне позвать к трубке человека, который ответственен за автомобиль, который продает непосредственно автомобили, которые ему привезли непосредственно для продажи? Менеджер отдела продаж интересует вас? Ну, я, да, не знаю, как там называют его. Да, пожалуйста, позовите. Как могу обращаться к вам? Валера. Валерий, какая модель интересует вас? Мне нужен этот самый, кто проконсультирует там у вас, самый главный, который сидит у вас там, Чамар. Боже, к трубке. Минуту, пожалуйста, вас приведу на менеджера. Да, да. Отдел продаж, меня зовут Дмитрий, здравствуйте, Валерий. Да, здравствуйте. Здравствуйте, конечно. Сережа, да? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, да. Слушаю вас внимательно. Да, значит, смотрите, у меня есть концепция для вас, максимально выгодная всем нам. Значит, смотрите, у вас вот Нива, да, новая, Travel, правильно понимаю? Так. Ну, у меня есть альтернатива этой машины, я создал собственную машину на основе мотоблочного двигателя. Это гораздо будет эффективнее и более рентабельный аппарат. Поэтому я предлагаю вам, значит, рассмотреть мой аппарат у себя вместо Лады Тревел. Ну, у нас, вы понимаете, мы официальный дилер, то есть мы продаем продукт только от АвтоВАЗа, понимаете? А, то есть остальные варианты, как бы нам это... Ну, я понял. Мы как официальный дилер не имеем права продавать. Ну, я понял, вы просто купи-продай, так сказать, просто ясно. Ну, я тоже все понимаю, но у меня просто концепция готова уже, я почти доварил, да. Двигатель с мотоблока стоит, на колесах зубатки, вот. Она гораздо мощнее вашей Travel этой. Пошла, ну, как-то... Я не спорю. Да. Но это не к нам обращаться вам надо, это не к нам. Это вам надо где-то показать миру вашу продукцию, я не знаю, там, какую-то рекламу сделать. Но мы-то официальный дилер, мы берем продукцию от АвтоВАЗа. Ну, я понял. Вот, ну, а если я так пригоню, своего монстра, поставлю там у вас в салоне, чтобы люди смотрели, можно? Нет, вы можете поставить на рынке, а ну как в официальный дилер поставить? Поставлю рядом возле Travel, пусть они сравнивают на месте, что лучше. Нет, так нельзя. У нас не положено по, как бы, я по правилам. Я вам объясняю. Я там полный привод, колеса зубатки здоровые, обдирыши стоят. Я понял, вы на рынок съездите с вашим автомобилем, мы покажите движок, миру. Я говорю, движок, ну, зачем? Стоит мотоблочный, 30 лошадей лончиновский, мотоблочный. Значит, сам вал точил на токарном станке, да, для ремней, чтобы это гидроусилитель руля стоит УАЗовский, да, мощный. Значит, что там еще? Я вас услышал, вы меня тоже услышите, что мы не можем его принять, автомобиль продавать как официальный дилер. То есть вы не по адресу обращаетесь. А куда обращаться? Вы кто такой вообще? Мы-то официальный дилер, понимаете, мы продаем только автовазовскую продукцию. Вы хоть в Самаре находитесь? Самодельную продукцию. Да, мы самодельную продукцию не продаем, вы не по адресу. Вы где-нибудь на рынке, я говорю, покажите ее где-то. А вы сейчас где в Самаре? Может, я подъеду сейчас, посмотрите. Да говорю, мы не рассматриваем продукцию, я мы не продаем другого бренда. Я там Гэмбл, на какой улице там, Авроры там, где вы там прячетесь? Я говорю, вы не по адресу обратились, не по адресу. Я сейчас приеду, у меня мотоблок полноприводный, я приеду. До свидания. Не понял бы. Я сейчас прям, блядь.